не знал о том, что можно заскучать по мелочам, обыкновенным мелочам, по тем, что прежде никогда не замечал. А вот сегодня от чего-то заскучал. Я заскучал по скрипу снега под ногой, по дыму в небе над соседской трубой, и по стеклу окна в узоре ледяном, и по теплу, когда с мороза входишь в дом. Я заскучал по ожиданию весны, еще по шорохам, что в комнате слышны, когда порою мне не спится по ночам. Я заскучал, сегодня крепко заскучал. А в Машхаде теплый дождь в январе, а потом вдруг мокрый снег ни с того. Все засыпал и отложен наш рейс, и, скорее всего, отменят его. А я опять сегодня видел во сне пацанов своих и старый наш дом. Ну и, конечно, заскучал по жене. Это, видимо, иранский синдром. Я потом, когда приеду домой, расскажу тебе, как жили мы тут, про персидский, про залив голубой, про сари, где апельсины растут. Фотографии тебе покажу, где Машхад и наш отель Тургабе. И про многое еще расскажу, если будет интересно тебе. И про многое еще расскажу, и знаю, будет интересно тебе.